Встретить осень во всеоружии смогут теперь жители Химок. В лицее номер 10 прошел мастер-класс по росписи зонтов. Участникам выдали все необходимое для работы – сами зонты, трафареты и краски. Педагог по рисованию Любовь Драничникова рассказала о том, как правильно наносить узоры, и дала небольшую справку по колористике. Это три основных цвета, которые нельзя получить никак. Из этих цветов можно путем смешания их получить остальные цвета. Если мы смешаем желтый и красный, то получим оранжевый. Если мы смешаем желтый и синий, получим зеленый. После мастер-класса поделки остались у своих создателей. Подобные встречи по интересам в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.